Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел тоже еще раз показать. Толкни уж, не мешал. Как влияет количество поросят в этом самом вопросе у свиноматки на их рост и развитие. Обратите внимание, вот свинка. Вот одна свинка, у нее два поросенка. Ну, петрены, болезненная тема у них, малоплодие. Значит, я просто возьму сейчас поросенка одного и возьму поросенка вот соседний, этот самый, соседняя свинка. Здесь 7 поросят. Тоже петрен, мама, они в принципе одинаковые. Папа был петрен, один папа был у поросяток. И вот 7 поросяток, видите, да, какие? В принципе, кто в теме, тот поймет, что поросятки хорошие, что эти. Ну, просто вы сейчас увидите. Ангелюша, зайди, пожалуйста, возьми одного поросенка за задние лапки здесь. Можешь самого большого кота. Сейчас, открой. Илюха, а ты возьми мне вот одного из этих. Они одинаковые, в принципе, любого можно. Самого, давайте, как они, набычился, смотрите, какой. Кушать дали. Характер у мамы, конечно, хороший, в плане кушает хорошо. За задние лапы, чтобы не орал, Илюх. Хватай. Пошли, выходим отсюда. Ангелюша, выходи. Сейчас, подожди, Ангелюша, не выходи сейчас. Значит, смотрите, ребята. Вот поросенок и вот поросенок. Это поросята, а те вот так на ручки возьмите их обоих. Это поросята одного возраста. Илюха, вот рядом, чуть-чуть ближе к Ангелине подойди. О, вот так вот. 2 поросенка, 7 поросят. Все, давай сейчас. Бросай. Ну, чего ты? Да, этот даже не хрюкает, слышишь? Все, иди кушай. Кушай, иди. А может, слышишь, одного из этих оставим? Нет, не надо. Чего не надо, если он будет не такой просто психованный, будет все отлично. В общем, вот такие вот дела. Поэтому радоваться, когда родилось 16-25, не спешите, потому что у вас вырастут настоящие гномы. А что делать с гномами потом? Я даже не знаю, что вам посоветовать. А если у вас рождается их там, ну, 10-12, свиноматка уже ей тяжковато, конечно. 8 нормально еще откармливают. Но разница будет... Ну, ощутимая. Хотя, как видите, вот эти вот, они нормально чувствуют себя, растут неплохо. Ну, эти какие, дурбецовые. Хотя мама уже высосали добрый. Мама была такой поросеныш. После опроса было непонятно, поросилась, не поросилась. А сейчас уже, видите, уже не то. Илюха, отойди, чтобы свет падал, то вообще не видно ничего. О, так нормально. В общем... Имейте в виду, и будьте, должны вы понимать, что чем больше было порост, чем больше поросят, тем они будут мельче, скажем так. И тем больше шансов, что будет сильная, как бы, разница между ними. Будут находиться и очень маленькие, и очень большие, допустим. Вот сейчас я пойду, вам еще покажу, там 9 штук у свинки, и вы увидите... Что есть там один просто огромный, а один такой поменьше. Сейчас, секунду, сейчас не перейдем. Смотрите, ах же ж, вепры, а. Играются. Вот когда поросятки игривые, когда, ну, они должны быть игривые такие, бегать там, кушать постоянно, это очень хорошо. Поэтому при выборе поросят лучше, конечно, увидеть весь выводок, так скажем. И тогда можно определить, есть смысл там покупать этого поросенка или нет. Если оно, конечно, чумное там лежит, не встает, то он такой и даром не нужен. Он должен быть постоянно веселым. И постоянно кушать. Либо у мамы сисю, либо в корыте дерть. Но кушать он должен всегда. Но это два вообще просто у меня. Уф!
Мужики, пропустите. Ой, жеш. Ну, бачите. Все, сейчас перейдем, посмотрим. Вот, еще, вот что я хотел вам показать еще, смотрите. Вот еще один выводок. Да, вот у меня свинка. Свинку уже слопали, от нее ничего не осталось. В общем, поросятки. А ты знаешь, они подровнялись хорошо. Да, я тебе говорю, подровнялись. Витамина. Вот этот придурок, у него уши назад, как у зайца. Вот, вот это самый мелкий был. Да, он расти начал. Но зато сравнить, допустим, вот тут здоровый бегает. Да. Белый, и его ушастого. Да тихо ты, кушай. Иди кушай. О, вот туда. Вот так. Вот это уже поросятки, в принципе, Илюха, недельку, и можно будет выставлять уже. Да. Все, 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 все. Иди от меня. Ну, в общем, эти тоже у них тут утренний мацион. И бегают довольные, и кушают. Вот, обратите внимание, если, ну, короче, процентов там на 20 бывает... В размерах разница. Но опять же, зависит, конечно, и от питания, какая сися досталась. А вот сейчас, когда переходят на дерть, на нормальный корм, они выравниваются. Поэтому тоже, допустим, в раннем сроке, там, на 3 недели, вот им там 4 недели, значит, сколько сейчас, что в районе месяца. Определиться тоже, как бы, ну как, сразу сказать, что вот этот будет плохой, зачуханный, а этот нет, нельзя. В принципе, а в дальнейшем, если нормальные условия создаются, и маленькие бывают, вырастают больше больших. Поэтому, как бы поросенок, который красивый в месячном возрасте, не факт, что он вырастет больше 90 килограмм. Тоже такой момент. Тут уже, конечно, имеет большое значение генетика. Если там брат-сестра, да еще в нескольких поколениях, то там вообще ни хера не вырастает. 70 килограмм, все, потолок. Поэтому я очень, как бы сказать, щепетильно отношусь к покрытию. Не покрываю с этого самого искусственным способом, потому что неизвестно, что там тебе дают. Может, этой спермой покрыли уже тут весь район раз пять. Так что отношусь к этому, ну, как бы, скажем так, аккуратно. У меня есть свой хряк, который точно никак не связан со свиноматками. Вот сейчас я оставляю, так скажем, детей этого хряка, и хряка буду убирать, нового хряка буду брать. Опять же, и обновлю, как бы, обновлю кровь, скажем так. По-любому этот хряк не будет уже случаться со своими, грубо говоря, детьми, дочками. Поэтому мы его убирать будем. Это тоже немаловажный момент. Многие... Не очень, скажем так, добропорядочные свиноводы делают как? Оставляют с этого самого, с выводка хряка, двух свиноматок, хряк покрывает этих свинок, его кастрируют и сдают. А свинок, ну, свинки приносят поросят, а поросята уже, грубо говоря, с близкородственными связями. Но первый раз это может проканать, а когда... Тоже повторяют с этим же выводком еще раз. А на третий, четвертый там вообще остается, ну, короче, вместо ген остаются одни чебурашки. И, соответственно, эти чебурашки не растут. Ну, в общем, все печально становится. Поэтому, кого случать, кого пускать, кого в папы выбирать, это очень важно. Ну, и, соответственно... От этого зависит и начальная стадия роста поросят. Ну, смотрите, уши прижатые, как у зайца, и все. Что он с этими ушами делал, непонятно. А? Давай, давай, наяривай, пока мама не видит. Ну, в принципе, вот я смотрю, они как бы раньше, вот буквально еще неделю назад, было гораздо лучше видно различия. Сейчас практически нема. Слышишь, Илюха, они практически выровнялись, и их не это самое. Да. Я не вижу самого маленького особой разницы. Они были... Все более-менее такие, да, стали. Повыравнивали все один, ну. Вот тут лоба, вот тут шуши назад, как у зайца. Ну, такой бы вроде бы, сейчас смотри, если разница начал. Будет 300 грамм. Да расти уже начал. Да. Вот тут здоровый, конечно, да. Вот тут белый, он огромный просто. Вот он.
Такое впечатление, что он перебежал из соседней клетки, да, Юки? Да. И вовсе это не его братья и сестры. Это гигант у нас. Один был, повредило ему, ну как, наступило копытом, видно. И вот он. На жопе у него была белый вот этот или вот тот. Он даже больше, чем обычный, видишь. У него шишка была, ну просто кобец, размерами с кулак. Не, он был в этом, пэтренчик, он был лысенький, по-моему. Нет, белый был. Вот, белый мохнатый. Вот тут или вот тут, да. А он, наверное, вот этот. О, вот тут. Да. И теперь он ничем не отличается, смотри, этот заяц полез в кормушку. Да, кормушка. Теперь он ничем не отличается от обычных этих самых поросят. Ну, от всех остальных. А вот он, Люхов, по-моему. Да, 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 да. Он. У него вот сзади на левой стороне, там еще видно осталось. Свиноматка наступила на него, видно, и немножко ему повредила, как получается, как, ну я же говорю, как куриное яйцо, не меньше размерами было, да? Да, да, да. Он маленький был, ему было так вообще же еще одна жопа выросла, и ничего, все нормально сошло. Это к тому, что бывает, вот я тоже поросят пока ловил, они, видно, наступили одному, у него такое вот, ну как виноградина была, это самое, на животе даже, по-моему. Потом а потом прошло, я говорю, человек берет, я, его не было, было все нормально, а вот когда грузили его, может, ну, он там, видите, бегаешь, и осталась такая виноградина. В общем, этот, я хлопец мне звонит, говорит, а тут у него грыжа, я говорю, не, ну грыж не было, в принципе, я говорю, давай так, смотри, если что там будет, не будет, ну, расти там это, я тебе деньги верну. Ну, мне ничего не звонил, все нормально. Соответственно, оно сошло, да и все. Смотри, мама, сыну. Один в один, мама. Еще девочка. Не хочешь ставить? Посмотрим. Я бы того оставил. Он все бегает. Черно-белого? Так, да. А нет, то мужик. Мужик? Да. Ну вот, в принципе, все, что я хотел показать. Поэтому, с одной стороны, когда много поросят, хорошо, а с другой, все должно быть в меру. 26 штук точно будут все 26 утырками такими, что их никто не купит. А когда их там 10-12, самое оно. Нельзя всех денег сразу заработать. Легче и продавать потом хорошо, ну, хороших поросят, которые нормального размера, нормального там веса, нормального вида. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.